Вот такая прекрасная резьба по камню. В Турции очень часто землетрясения, к сожалению. Вот в Памуккале целый античный прекрасный город был уничтожен полностью. Тоже вот такие вот огромные храмы и города были стерты с лица земли. Вот. Но только вот на юге, в Анталии, в Алании, землетрясения не такие сокрушительные и разрушительные, как во всей остальной Турции. Вот. Но все равно время не щадит ничего и никого.